Здравствуйте, меня зовут Алексей, я являюсь техническим специалистом компании Терпром, а это станок для рационной ковки, или как его еще называют, станок для конусования труб RFM-400. Чаще всего данное оборудование используется на мебельных предприятиях для изготовления ножек, столов и стульев. А теперь рассмотрим станок более детально. На данном оборудовании используется метод холодной ковки металла. Основной принцип работы заключается в следующем. Внутри рабочей головы находится ротор с бойками, которые воздействуют на сам инструмент. Постоянными кратковременными шагами оснастка соприкасается с трубой, и на выходе мы получаем конус. Для того, чтобы получать симметричные изделия, ротор с бойками вращается вокруг трубы. За счет специфики данного оборудования готовые изделия получаются подобно отшлифованным. Оснастка представлена в виде 4 рабочих кулачков под определенный диаметр трубы, смена которой не отнимет больше 5 минут. Также станок имеет простейшую панель управления. Кнопка включения и выключения вращения, кнопка подачи масла в рабочую зону и световой индикатор включения питания. RFM-400 оснащен 60-литровым масляным баком с помпой, который подведен к фильере, где происходит рабочий цикл. Затем масло через специальный отвод попадает в резервуар и сливается обратно в бак. Таким образом, мы имеем замкнутую систему подачи масла. Особенностью данного станка является жесткая устойчивая станина, масса этого станка больше тонны, относительно тихая плавная работа и высокое качество инструмента. Сервисное обслуживание данного станка осуществляет компания Терпром. Для получения коммерческого предложения обращайтесь в отдел продаж и не забывайте подписаться на наш канал.